Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, я еще раз большую благодарность организаторам. Великолепный турнир, классная организация, медали, все супер. Еще раз спасибо, это здорово объединяет нас. Вот, я бы хотел воспользоваться случаем и пригласить вас всех на наш кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Пастряка и Александра Дьяченко. Может быть, слышали, мы проводим с 7 по 9 сентября в Москве. Огромная организация, в мире гребли такого еще никогда не было. Я вам честно скажу, в организацию мы с братом вложили более 11 миллионов рублей. Это будет фантастическое. Подарки всем организаторам. Там будет и питание, и детям мороженое бесплатно, и кубки, и медали, самые что ни на есть, шикарные. Все подарки, материальные, денежные призы огромные. Тоже приглашаю вас всех. Если будет желание, здесь вот палатка стоит, подходите, можно заполнить анкету, зарегистрироваться сразу. Я вам выдам и буду рад вас видеть. Приезжайте все, это нас сильно сплачивает, объединяет, и мы показываем пример и детям своим. Первые два дня, так как мы с братом были известны в экипаже двойки, мы проводим кубок экипажей. Это двойки и четверки. Первый день 500 метров, второй день 200 метров. Ветераны две категории, до 54 лет и 55 и старше. Есть уникальная категория на второй день отцы и дети. Можно дочка с отцом, мама с сыном, бабушка с внуком, как угодно, лишь бы прямое родство, как минимум через поколение. Вот, и все вместе будут, но это тоже дополнительно. А в третий день супер спринт, тоже и для ветеранов, и для взрослых, и для детей, это 100 метров. По две лодки будут стартовать, первая выигрышая идет дальше, вторая выбывает. Это будет очень интересно, ведущий будет Дмитрий Губерниев. Это будет большое шоу, очень крутое мероприятие. Я вас искренне приглашаю. Спасибо еще раз, организатор.